Сколько мне понадобится игр, времени и нервов, чтобы прокачать БП за 24 часа? Сейчас мы это и узнаем. Время 15:40, моя цель — это пантера. Погнали. 100 уровней. Сейчас будут. Ready. В принципе, у нас уже все есть, и я думаю, надо сразу летать, какие-нибудь киллы искать. Вот, допустим, как вот этот. Так, ботикса унижаем. Ботика на щит. О, я вижу фарм. Ребята, чем-то за... В смысле? Ребята, подождите. О, вижу. Я тебя запилю. 5-й, почти 6-й. Кандидат на килл. Ну, я облегчу ему жизнь. У него был щит. И он тоже сказал щит. Так, сколько мы получили опыта? 800 тысяч. Ну, это неплохо. Не, ну так до бесконечности, наверное, может быть. 20 уровень. Так, выслеживаем. Включаем просто соколиного глаза и добираем остатки. Так. И финиш хим. Финиш. 20 уровень усиления. Я задание не выполняю, кстати. 800 тысяч. Даже, кстати, больше, чем в первый. Тем не менее, даже часа не прошло, я начинал в 30+, уже 20 уровень. Я это сделаю. Так. Давай рассказывай, что ты нашел. Задавим. Пятку. Дырочку-то не застроил? Так он сейчас умрет же. Умер. Сколько мы с ним файтили, сколько, и так вот глупо в бункере отдаться, ну ты чё? Вот и поплыли твои останочки. Ты что, издеваешься? А что он издевался? Зачем? А теперь я чуть-чуть поиздеваюсь, пусть посмотрит. Я не токсик. Жизнь такая. Ребята, вы тут что-то воюете, походу, да? Ты что делаешь? Прямое попадание. Еще, наверное, думаю, катку сыграю, и будет ровно 3 часа. И я уже такого уровня достаточно неплохого. Не, ну что-то повыполнялось, но не так-то и много. Сейчас тебя велик уничтожит. Ну ладно, я добью. Так, погнали на плавающую платформу. Там у нас есть какие-то задания. Оп. Разве тут можно попасть? Он делает. Оу. Реально. Днище немножко вскрыли. Хм. Ладно. Ладно. Все так и должно быть, представим. Извините. Что, больно? Что ты там подсматриваешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я предлагаю взять заданица Элы. Привет. Может, кто-нибудь примет? Да по-любому кто-нибудь примет. Летим с башкой на фитиле. Ладно. Ау! В смысле, а что, пролететь там не смог? А если сделать ему подлость и улететь, короче, от него? Отдавай все сюда. Но... А, подожди, а что с башкой у меня? Чего-то не хватает. Возьмем еще, да, чё не. Ну, так, по крайней мере, поприятнее ходить, чем с полулысой башкой. Это вообще, конечно. Так, извините, я тут припаркую свой автомобиль. Я просто люблю на автомобиле путешествовать. Немножко лаганный, но да бог с ним. А теперь поехали.
Он спиной ездил? Я такой первый раз вижу. Это что, Майкл Джексон? Я не понял. Поехал жопой. Мне со щита Кэпа надо было убивать. Еще закрыто, да? Почему? Epic Games, почему? Да, заданий-то не так тоже и много осталось, по идее-то. 51 уровень. Да, это наш геймплей. Сейчас нас забанят за то, чтобы сигналим. Я за ним поеду. Я нашел себе друга. Это лучший дрифт в моем исполнении. Шел в 6 или 7 час. Мы сигналили как могли. О, мы вчетвером на тачках. Мы вчетвером на тачках гоняем. Вы че? Да. Вы кого? Кого придумали? Они меня вдвоем гасили, там нечестно. В итоге мой выиграл. Но главное, что мой выиграл, дружок. Ну а дальше я пошел прокачивать БП в натиск орды, который недоступен в России. Но сменив сторону в учетной записи и перезайдя в игру, данный режим появился. И там я тоже провел хороших 1.5 часа. Но длиться вечно это не могло, с течением времени мой опыт достиг потолка. И за игру я получил всего лишь 6000 опыта, а не 100. Вау, сюда! Ну, это было легко. Плюс еще 82 тысячи. И тем самым у нас почти 70 уровень. Оу, е. 70-й. Походу, я тут нафармился, мне 6400 за матч дали. Смотри, есть бесплатный подарочек к новому сезону, и он для тебя. Новый БП уже выйдет на днях, и покупать, думаю, будет каждый. Вводишь промокод Алекса в моем боте и радуешься. Ну или стань мега везунчиком, как эти 3 пользователя моего бота, которые проверили, сколько стоят их аккаунты, и получили по 1000 баксов. Ссылки будут в описании, обязательно залетай. Мне надо было отдохнуть от игры и также продолжать зарабатывать опыт, поэтому я пошел в авторские карты, в лабораторию и красно-синий. У меня осталось примерно сколько там, 8-9 часов, наверное, выполнения. Кажется, это очень реально. Может, кого-то забайтить? Ты что делаешь? Я тебя байтил. Ты что делаешь? Я шутил. Рыцаря, Мефисто. Тут еще заданий куча. Я что-то думал, что у меня осталась сюжетка. Так я сейчас быстро выполню. Мне тут осталась ерунда. Я сюжетку не довыполнил. Мне показывает все типа выполнено. Вот даже есть задание, а типа не показывает.
Разбагалась? О, разбагалась. А ну иди сюда. Давай мне мой двадцарик. Ты. 94 уровень уже. Однако, я как... Как же я близок. Чтобы метеостанцию заюзать, а то я чуть-чуть сюжетку забросил. У меня уже под конец стал голос пропадать. Ну, в принципе, не мудрено. Столько времени разговаривать сам с собой. О, ноу. Вы что, все сюда? Девяносто восьмой уровень тем самым. Там чел, но он может... Ты чё, больной? Я даже сначала не понял. А потом как понял. И последние два уровня я пошел прокачивать в лего режиме, где благополучно уснул и очухавшись в течение 20 минут у меня был 100 уровень. Заданий просто куча, и взобраться до сотки очень реально, и мне понадобилось всего лишь 74 игры, в которых я пережил 176 кругов бури, нанес урона в размере 76 тысяч и устранил 257 игроков. Но смог поблагодарить водителя всего лишь 6 раз. Ну а на прокачку самого боевого пропуска у меня ушло 20 часов.